Здравствуйте, вы смотрите «Экономический обзор» в студии Нина Демидова. Помощь от начинающих специалистов. Совместную акцию со студентами Ивановского госуниверситета организовала налоговая служба. Выгода обоюдная. Ведомство предоставило ребятам возможность отточить профессиональные навыки, чтобы те, в свою очередь, помогли разобраться ивановцам в юридических вопросах. На безвозмездной основе студенты подсказывают, как правильно заполнять налоговые декларации по форме 3 НДФЛ для получения социальных вычетов на лечение и обучение. Как показали первые дни акции, такая поддержка очень востребована. Получить ее можно в Ивановской федеральной налоговой службе до 15 мая. В этой акции принимают участие более 10 студентов социально-экономического факультета Государственного университета. С каждым днем их это направление все больше интересует. Они присоединяются к этому движению. На акции вот пока на первых этапах продлится, это наша первая акция продлится до 15 мая, но в дальнейшем осенью, поскольку у них начнется сессия сейчас и каникулы, осенью мы с ними снова встретимся. Я решила поучаствовать в этой акции, потому что, ну, как мне кажется, это приносит помощь людям и для получения опыта в будущем, потому что это связано с моей профессией.